Экватар тыдня. Акцию с такой назвой весь гэты месяц будет проводить областные драмтеатры. Кожные сераду и четверга мельчанам будут показывать вечерние спектакли. Причем цена на квитки у гэтай дни нижейшая, чем звычайно. Уже сегодня артисты представят постановку «Цмок», а 6 снежня глядачов запрошают на историчный детектив у воскресенья Лазара. Початок усіх спектакляў у 19 годин.